Всем привет! Хочу показать, как здесь вот сметают с крыш. Вот такой вот он носит пылесос. Вот, сдувает, все это чистит. Также пылесосят и улицы, если там под кустами где-то лезть, около домов, там, где машина не может проехать, собрать. Тоже так же ходит тут, пылесосит, сдувает все. Уже практически все там подмял, сдул. Вот осталось краешки, краешку. Самого края крыши только. Хорошо видно через стекло из окна, снимаю. Но, тем не менее, думаю, понятно. Я вышла на улицу, чтобы слышно такой шум, который еще где-то он работает в наушниках. Целый день попробую поработать в таком шуме. Сегодня 30 января, у нас тепло, вот уже из горшков превращает тюльпаны. Забыл посадила сюда другой цветок, тюльпаны проросли. Вот такие тюльпаны уже, наверное, в ладонь мою высотой вытянулись уже из земли. С этой стороны тоже вот так вот уже вытянулись, прорастают цветы, травка. И вот так ярко светит солнышко сегодня. Хорошего дня всем. Всем опять привет. Раз уж речь пошла за уборку, хотя я уже снимала видео, как машины тут убирают, тем не менее, сейчас машина там ходит, убирает вот. Я хочу показать, как она тут уже вот подмела все вдоль бордюров. Уже все чисто. Сейчас она будет идти обратно. Я покажу, как машина здесь ходит, убирает улицы. Как убирает с крыши. Я уже показала в начале этого видео. Не успела поставить, как вот сейчас подвернулся такой случай, что можно еще снять. Здесь машины стоят, вдоль бордюра она не может подъехать. Вот где может, вот она вот подъезжает. И щетки там крутятся, она выметает из-под бордюра и все это засасывает. Там, где есть возможность, подходит и медленно так идет, чтобы вот все это собрать. И вот такая чистота остается. Никакого мусора, ни листьев, ни веток, ни грязи, все абсолютно чисто. Поэтому газеты лежат, бросили газеты рекламные, не успели забрать люди. Сегодня 4 февраля 2015 год, солнышко светит, приятная такая погодка. Надеюсь, что сегодня будет весь день солнечно. Всем хорошего дня. Пока.